я стараюсь расклеиваться. Конечно, успеваю максимально восстановиться и с новыми силами, с новым настроением, новый день. Двойная ответственность, и когда вчера я вышла на первый вид, я так взглянула на зал, и это меня немножко сбило. Но потом со временем на следующие виды я уже реабилитировалась, и, в принципе, все остальное прошло хорошо. Немножко другой формат, и тут, кроме художественной гимнастики, есть еще очень много других видов спорта, и зал у нас, в принципе, оборудован там, в данный момент художественной гимнастикой и акробатикой, поэтому это немного по-другому.